Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. И снова здравствуйте! Сегодня мы выполним задание Lesson 38, урок 38, exercise number 3, упражнение номер 3. Задание звучит так. Перепиши слова в тетрадь, подчеркни гласные буквы зеленым, а согласные буквы синим карандашом. Перепишем данные слова. Pig. Is big, his slim. Теперь сделаем так, как указано в условии задания. Но перед этим мы должны разобраться, какие же буквы гласные, какие согласные. В английском языке существует 6 гласных букв. Перечислим их. Это A, E, I, O, U, Y. Все остальные буквы английского алфавита согласные. Итак, приступим к выполнению. Нам нужно подчеркнуть для начала гласные буквы. Итак, в слове pig мы видим гласную I. В слове is гласная I. И также во всех остальных словах. В слове big I, his. Буква I, slim, снова буква I. Все оставшиеся буквы – это согласные буквы английского алфавита, которые мы подчеркнем синим цветом. Буква P, G, в слове pig, в слове is – одна оставшаяся согласная. S, в слове big, B. G, в слове his, H, S, в слове slim, S, L, M. Задание выполнено. Если вам понравилось данное видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.